Приветствую всех и абсолютно каждого на своем авторском канале Адам Кавендиш. Итак, когда я слышу в последнее время, как бы это правильно выразиться, упреки в свой адрес, да он забыл блендер, он оставил блендер, он покинул блендер, уже не рассказывает нам про блендер, ничего не демонстрирует нам о блендере. Разумеется, меня это очень сильно огорчает, и я очень сильно начинаю напрягаться. И мое напряжение настолько сильно меня напрягает, а потом даже перенапрягает, что я просто назло тем, кто так говорит, я включаю компьютер, я включаю 3D-редактор, запускаю 3D-редактор Blender и начинаю шаманить и выстраивать те идеи, которые посещают мою неспокойную головушку. И, кстати, напоминаю тем, кто подзабыл, я вообще-то обожаю sci-fi. Я обожаю футуризм, я обожаю фантастику, я обожаю отчасти фэнтези. Это, ну что поделаешь, мой любимый жанр. Мне неинтересно клепать базары, хоррорные больницы с кроватями. Как-то не то это. А вот рубрика «Хай-тек» такая вот, она интересна, потому что грядет же новое время, новая эпоха, новая эра, значит, с нею, следовательно, там где-то поспевают и новые технологии, поэтому хай-тек ближе мне всего. Итак, тем, кто все-таки где-то там, не дай бог, грешит в своей душе о том, что он оставил блендер, он подзабыл блендер, он больше нам ничего не демонстрирует, что касается блендера, то я назло вам сегодня демонстрирую свою очередную работу. Сидел, игрался, шаманил, получал огромное удовольствие. Итак, последняя авторская работа, как бы это правильно выразиться, «Забытый экипаж». Внимание на экран. Chào em.